Самолет до этого чинили, но он соответствовал нормам. Сегодня такое заявление сделал генеральный директор авиакомпании «Татарстан». Оксан Гениатуллин на пресс-конференции подтвердил, что год назад злополучный «Боинг 737-500» совершал вынужденную посадку, и тогда действительно произошла разгерметизация салона. Что же касается причин авиакатастрофы в минувшее воскресенье, то гендиректор отказался комментировать ситуацию и выдвигать версии причин катастрофы. Тем не менее, заметил, что самолетом, как и другой техникой, свойственно ломаться, и они проходят плановый ремонт. Самолет ремонтируется, самолет поддерживается, на нем выполняются эти работы. Последние регламентные работы, как я сказал, еще по чеку А1, были сделаны 15 ноября этого года. Я не могу знать каждый дефект, который устраняется. Для этого есть специальная плановая служба, инженерная служба. Но я повторяю, что самолет был выпущен в состоянии технической летной годности. Что касается работы экипажа, то, по словам генерального директора, до трагедии командир воздушного судна не имел опыта ухода на второй круг на таком самолете. Сегодня также снова прозвучало, что авиакомпания временно отказалась от эксплуатации «Боингов». Напомню, 17 ноября в результате крушения самолета в международном аэропорту Казань погибли 50 человек. Обнаруженный черный ящик свидетельствует о неполадках на борту самолета. Однако до сих пор не найдена кассета с записью переговоров экипажа.